Смотри, семинар идет, непосредственно коллектив присутствует, информацию я уже выдаю. То есть какую-то часть я уже рассказал, в частности про персональные флешки, про особенности Linux, такую основу дал. Рассказал о тебе в двух словах, кто есть человек, ресурс, обучающее видео, идея донести до населения свободное программное обеспечение, в частности Linux. Ты сейчас, пожалуйста, скажи коллективу несколько слов. Я хочу всех поприветствовать. Здравствуйте все. Меня зовут Алексей. Я мальчик очень молодой, мне уже 61 год. Живу в Ливерпуле, но тем не менее стараюсь в меру сил и возможности доносить до людей знания по Linux. Считаю это дело полезным, потому что считаю, что любой человек, который говорит на русском языке, нормально сможет спокойно работать на Linux. У меня есть пользователи, которым по 77, по 80 лет, которые самостоятельно установили себе Linux и работают на этой системе. Человек в плане, прежде всего, обучающего момента по Linux, то есть он бывший преподаватель геолог, то есть преподавательские аспекты у него присутствуют. Момент обучения программному обеспечению по видеоурокам и на его официальном сайте и канале тоже присутствует. На YouTube у него есть свой канал, кстати, давайте вот сейчас на сам YouTube зайдем. Цель – обучить население в доступной форме пользоваться Linux. Он не страшен Linux, он не страшнее, чем Windows, а еще надежнее, стабильнее, мобильнее и безопаснее. Поэтому канал на YouTube, сайт, еще раз повторюсь, когда мы дойдем до этапа обучения по практическому аспекту, большая часть уроков будет основана на программе и видео от него, то есть от Алексея Романова. Так, ну и где он там? Значит, очень важный момент – это поддержка. Значит, очень важный момент. Вот поставили мы Linux, установили его, он стоит. А работать-то привыкли люди в основном Windows. Тот же офис, тот же Skype, тот же интернет. И все равно есть определенные нюансы, которые, непонятно, как это делать Linux. И вот здесь встает другая проблема. Это проблема обучения персонала. То есть нужно потратить время. Но потом оно окупится настолько, насколько, разница будет очень огромная и существенная. То есть люди приобретут независимость, понимание и будут иметь возможность пользоваться Linux и распространять его бесплатно. Одна из причин успешного продвижения Linux – это именно бесплатная форма. То есть Microsoft тратит в год сумасшедшие деньги на рекламу, на продвижение продукта, на сдвиг конкурентов в сторону туда-сюда, а Linux не тратит никаких денег. То есть идейные разработчики Linux – это люди, альтруисты, кстати. Об основателях Linux, о том, кто это такие, буквально пару фотографий. Значит, то есть у Linux нет той мощной компании маркетинговой, которая есть у Linux. Но с другой стороны, Linux берет качеством, надежностью, стабильностью. И в этом смысле общеизвестный факт, и все давным-давно это признали, что Windows это, это система для домашнего пользования. Это велосипед для катания на площадке. А для серьезной работы, для видео, для фото, для создания фотостудии, для безопасности, для каких-то космических исследований, только Linux. Никто с этим не спорит. Но большая часть рынка завоевана среди обычных пользователей именно Windows операционными системами. Соответственно, где у нас? Так,
сейчас фотографии. Ну, давайте посмотрим на Билла Гейтса. Все, наверное, слышали, про него знают. Удивительный человек, создатель, основатель корпорации Microsoft. Много про него там всяких интересных вещей рассказывают. Сейчас смысл не в этом. Он уже отошел от дел, он уже не руководитель Microsoft. Но, тем не менее, ее там совладелец, и деньги с этого он имеет. Позиция Microsoft изначально была какая? То есть мы вам продаем ПО, программное обеспечение, то есть не компьютер, а программу, операционную систему. Вы за нее нам платите деньги. Мы вам даем гарантию некую за это программное обеспечение, и всех все устраивает. И проблем бы не было, но качество этого программного обеспечения, в данном случае Windows, неважно какая она есть, она оставляет желать лучшего. Система нестабильна, постоянно сыпется, постоянно в ней что-то ломается. И как бы ты аккуратно ей не пользовался, она все равно будет умирать. И умирать достаточно, ну, быстро. Вот. То есть, это тоже такой факт, ну, общеизвестный. Вот. А Windows 10 в этом плане это просто шедевр корпорации безумия. В том смысле, что каждый новый продукт этой корпорации, он такой непонятный. И сейчас основная проблема Windows 10 это сбор данных с пользователей. То есть если у вас стоит Windows 10, считайте, что все данные с вашего компьютера уже не ваши. Они уходят на сервера Microsoft, на другие сервера, начиная от фотографий, личных данных, переписки, паролей, все что угодно. Естественно, позиции компании нет. Нет, ну что, мы люди серьезные. Мы такими вещами не занимаемся, но разгорелся серьезный скандал полгода назад в Европе, когда было доказано всем, ну, показано всем, что корпорация, в частности Windows 10 и Windows 8, следит за обычным пользователем, собирает информацию, данную. И после этого большая часть людей вообще повально стала переходить с Windows на Linux. С другой стороны, у Windows есть и плюсы. Это огромный рынок, то есть, который они теряют очень быстро. То есть люди переходят на свободное программное обеспечение на Windows. Вот. Так или иначе, пока что это популярнейшая система, которая стоит денег прежде всего. То есть если ты не заплатил деньги за лицензию Windows, то ты пират. Ты плохой человек, ты террорист. Ты, в общем, деньги заплати сначала, потом будем с тобой разговаривать. Вот. Вот примерно такой подход. Основатель движения свободного программного обеспечения Ричард Столман внес идею, создал фонд свободного программного обеспечения, который позволяет продавать, менять, распространять программы на некоммерческой основе, бесплатно. В данном случае под словом «продавать» имеется в виду минимум суммы какой-то формальной, которая окупит чисто затраты на покупку там диска, флешки или что-то типа того. То есть вот тоже лицо человека. То есть он проработал программистом в крупной компании, потом оттуда ушел, создал собственное, значит, движение свободного программного обеспечения. Значит, второй непосредственно создатель это Линус Торвальдс, Финн. То есть он создатель ядра. То есть это человек, перед которым можно снять шляпу и поклонившись ему прям до земли. То есть благодаря ему сейчас весь мир использует Linux, а он с этого не имеет ни копейки, работая в Кремниевой долине, значит, в сфере программирования. То есть он профессиональный программист. Периодически ему выплачиваются премии, он женат, у него дети. Но при желании, если бы он имел желание сделать ту же схему и повторить, которую сделал Билл Гейтс в плане продажи Linux за деньги, Билл Гейтс, ну, рядом бы просто не стоял. Прежде всего по качеству. То есть этот человек предоставляет возможность качественного программного обеспечения, не имея с этого ни копейки. И его сообщество и люди, которые с ним работают, они за это деньги не получают. То есть он им не платит зарплату. И все это разрабатывается на основе такого творческого содружества. Вот, то есть следующий человек – это тоже такая фигура, основатель корпорации Apple. Общеизвестная система от корпорации Apple – это Macintosh, это Стив Джобс. Уникальная личность по-своему. Сейчас его нет, он уже умер.
работает. Значит, у него позиция примерно такая, как и у Билла Гейтса. То есть сначала деньги, потом все остальное. Но какой его весомый вклад в индустрию программного обеспечения? Это дизайн. То есть по-своему его назвать можно гением дизайна. То есть гением окружения рабочего стола, среды. То есть так или иначе, это человек, который изменил мир программного обеспечения очень сильно. Вот. И чтобы о нем не говорили, то есть как бы он тоже заслуживает внимания и уважения. К тому же, почему сейчас я вам его покажу? Потому что операционная система Macintosh, Apple, вот эта яблочко, которая рекламируется везде, и компьютер этого яблочка, это Linux. То есть они взяли OpenSUSE, они взяли Linux, модифицировали его, сделали код закрытым и начали это выдавать за свою собственную разработку проекта Macintosh. То есть и многие сейчас люди, которые пользуются Apple продукцией, и в частности операционной системой Macintosh, на самом деле они пользуются Linux. Но они об этом не знают. Ну, имеется в виду, основа была и есть, это вот основа вот этих двух людей, которые создали возможность движения свободного программного обеспечения, не имея с этого ни копейки. Ну, имеется в виду в том, что это не их бизнес. Вот. И печальная ситуация наша Россия. Это Александр Поносов, про которого я говорил. Это директор Пермской сельской школы, которому государство в лице прокуратуры выносило мозги 5 лет, пытаясь доказать, что он как директор, значит, поставил чуть ли не самолично программное обеспечение, не лицензионное на компьютеры школы, чего, естественно, в реальности не было. Почему эта ситуация возникла, и был прецедент? Потому что Россия вступала в ВТО, и нужны были показательные суды, тупоголовые, чтобы показать, что да, Россия соблюдает законы в международном праве. Вот. Это я к тому, что эта история печальна, она очень нашумевшая. Просто я вам показал и фамилию назвал, вы можете при желании дома пройти и почитать историю. Она печальна тем, что до поры до времени и когда нужно, приходят люди в погонах и говорят: вы, извините меня, закон нарушаете, давайте будем садиться в тюрьму. Больших усилий стоило, заступившись за этого человека, людям, значит, сделать так, чтобы его не посадили. В общем, вот она такая ситуация, что такой российский срез нашей действительности, где все печально, в лице вот этого человека, как и самого негативного опыта. Европейский вариант, собственно, людей, которые вложили и создали направление и разрабатывают свободное программное обеспечение. И американский вариант, калифорнийский, и Кремниевой долины, Билл Гейтс и Стив Джобс, которого уже нет. Вот. На самом деле момент такой: если есть желание, возможности, средства, почему нет? Можно купить и Windows, и работать и Windows. Но, как правило, у среднестатистического россиянина это желание, может быть, есть, возможности нет. Вот. Поэтому оптимальный вариант — это переход на Linux. Использование Linux в своих домашних целях и задачах, что очень хорошо в смысле надежности, в смысле стабильности, какой-то безопасности. И система с открытым кодом, она за вами не следит, ничего у вас не тягивает, не выпрашивает, вы ничего не должны. Вы можете зайти на официальный сайт Linux. Кстати, давайте зайдем. Значит, вот он, официальный сайт Linux Mint. Сейчас вышла последняя версия 18.1. Пока открывает. Вот. То есть можем зайти на официальный сайт, скачать официальную версию дистрибутива совершенно бесплатно, никому мы за это ничего не должны. Это лицензионная версия. В плане того, что лицензия международная, GPL-овская. Скажите, изначально вот это все бесплатно, в дальнейшем это уже что-то надо будет нам все равно заплатить? Нет. Смотрите. Насколько времени да, сейчас это именно вот как и в ваших словах звучало, для вас это сейчас бесплатно. Для вас, смотрите, для вас бесплатно, ну, в каком? Это, нет, вопрос правильный. То есть многие люди, ну,
бесплатно сыр в мышеловке. Значит, здесь мышеловки никакой нет. Сам Linux, еще раз повторюсь, это движение свободного программного обеспечения. То есть создатели Linux, создатели разных версий Linux, за то, что они Linux создают и разрабатывают, они имеют свои коммерческие интересы. Но обычные пользователи, обычные люди, они в этом плане не платят денег. И позиция такая, Linux, он бесплатный изначально, это свободное программное обеспечение. То есть, чтобы сейчас много слов не говорить, есть манифест, созданный вот Ричардом Столмером, где идея свободного программного обеспечения озвучивается. То есть, ты никому ничего не должен. Но есть другая проблема, это настройка специализации. То есть, вот ты зашел на официальный сайт, скачал Windows, допустим, 8-10, можешь скачать, но сначала ты заплати за ключ лицензионный, деньги. А потом сиди и настраивай этот Windows сколько тебе угодно. Но настраивать его будут не они, а ты, ну либо кто-то другой. Но ты все равно заплатишь деньги. В случае с Linux этого не существует. Почему? Потому что идея, сама философия Linux в том, что знание должно быть бесплатным. И в этом отношении за установку Linux я не имею права требовать с вас денег, потому что он бесплатный. Как я могу взять с вас деньги, если он бесплатный? Но есть другой аспект. То есть я трачу какое-то время на оптимизацию этой системы, на установку, на доработку. То есть я выполняю какую-то работу, которая стоит моего времени и, соответственно, денег. Но сам Linux, он бесплатен. Ну, все равно, то есть в любом, за работу нужно платить, сам не разберешь, ты сколько обычно. Первоначально да, но какое преимущество дает Linux? Он дает преимущество возможности самостоятельного дальнейшего развития, за которое вы ничего никому не должны. То есть это вот примерно как конструктор. Вам дали, вот вы дали ребенку конструктор, он что хочешь с этого конструктора, начинает собирать. Windows вам такой возможности не дает, потому что программный код закрыт. Вы Windows никак не модифицируете, это не конструктор. Что-то сломалось, какая-то запчасть, вы идете в дилерский центр представительский, ну так условно говоря, если проводить анализ машины. В случае с Windows вам дается возможность самостоятельного изучения. Почему? Потому что код открыт. А для молодых мозгов, вот вы не поверите, вот в школе, где я Linux ставил, ключевской, 4 человека, ученики, они очень быстро въехали и разобрали, что это такое. Вот. И какие-то возможности дает для ребенка. Это создание мозгов инженера. Бесплатно, ты никому ничего не должен. То есть в этом смысле Linux дает реальную свободу. Свободу не на словах, а свободу возможности получать знания бесплатно. Другое дело, что, конечно, вы сядете, вы будете разбираться, потому что вам, допустим, вот это непонятно, вот это вам непонятно. Но когда вам это станет понятно, вы поймете, о чем я сейчас говорю, в чем выражается свобода и свобода распространения программного обеспечения. То есть Linux не стоит денег, не стоит он денег, он бесплатен. И сегодня, и завтра, да, он защищен международной лицензией, прежде всего, юридически. Он защищен в плане того, что он имеет собственную систему безопасности. Linux, они вирусоустойчивы. Вот. И в этом смысле, еще раз, Linux денег не стоит. За каким-то очень редким исключением коммерческих дистрибутивов, которых единицы. Перспективы для вашей школы это тоже не может и не будет стоить. Особенно когда, ну скажем так, из среды, допустим, вашей, хотя бы один человек будет, кто начнет уже понимать и разбираться в поддержании этой системы, которая настроена. И этого уже достаточно. Все, не надо никому ничего платить. Вам эта самостоятельность дана. То есть многие Windows пользователи, они говорят так, да я не хочу в этом разбираться, мне это не надо, у меня на этого времени нет. Ну ладно, тогда ты всегда будешь деньги платить кому-то там, каким-то специалистам, которые будут приходить и все это делать. А Linux изначально исключает этот параметр. Да. Придется потратить время какое-то на изучение. Но нам всегда приходится тратить время на изучение чего-то. Зато в данном случае, в случае с Linux, мы приобретаем юридическую, техническую и возможность такую инструментальную в плане знаний, делания того, что нам нужно. Какой Linux нам нужен, тот мы и возьмем. Сейчас я вам предлагаю только одну версию Linux. Только одну. Linux много. Потом вы, как человек, допустим, который
лучше будет разбираться в Linux, вы поймете, о чем я говорю. Просто сейчас очень сложно все это за 5 минут выразить и сказать. Значит, что нужно уяснить? Linux бесплатный. Сейчас, завтра, послезавтра, навсегда он бесплатный. Это узаконено международной лицензией. Все во всех странах это знают. То есть, соответственно, вы можете поставить Linux, допустим, китайский, французский, итальянский. Ну, имеется в виду разработчиков итальянских. Вот. Есть российский аналог Linux, бесплатный. И никто вам за это ничего не сделает и не скажет. А если вы поставите Windows и никому за это ничего не заплатите, в частности корпорации Microsoft, вас за это могут посадить. Нормально, причем. Ну, имеется в виду. А вот какой интерес нас бесплатно обучают из Великобритании? Вот этого вот сей романа. Какой обучать интерес? Будут не у него. Нет, ну он же будет нам. Вот я говорю, смотрите, еще раз. Какие красивые глазки. Лично он вас обучать не будет. Он уже сделал многое для того, чтобы выложить в интернет видео, за которое он не взял ни с кого ничего, ни копейки. То есть он преподносит возможность ознакомления с информацией. У него есть свой заработок. То есть человек себе может позволить заниматься неким творчеством, в данном случае частично да, но на самом деле есть. То есть нет, он не создатель. Он не создатель. Он распространяет, он привлекает внимание. У него есть свой коммерческий интерес, который я сейчас могу озвучить. Да. То есть появилась такая идея сертификации, идея выдачи сертификатов после прохождения определенных видеокурсов. На самом деле отличнейшая идея, потому что специалистов в России нигде по Linux, за редким исключением, никто не обучает, тем более вузов. Ну нет этого. То есть нет Linux выделенной отдельно изучаемой операционной системы, за каким-то, еще раз повторюсь, редким ситуативным исключением. Возникла идея обучения дистанционным по видеоурокам, которые вот создает он, причем качество и ценность этих видеоуроков, она очень высока. То есть, поверьте мне, когда вы их увидите, и доступность подачи материала, то в данном случае его коммерческий, один из его коммерческих интересов это вот создание программы обучающей, которая будет стоить денег. Но опять же, это кому надо? Это не нужно обычному пользователю, вот допустим вам, как пользователю. Вот интересно вам, вы прошли этот курс, заплатили определенную сумму, получили сертификат. Ценность этого сертификата, на самом деле, она относительно условна. То есть вы же не пойдете этим сертификатом махать налево и направо. И вот. То есть, когда надо, вы можете показать, и люди, зная, допустим, этот ресурс, этого человека, к вам уже будут относиться как-то, ну, с большим уважением и вниманием, нежели чем если вы придете и скажете, ну да, я знаю, ну вот, вот а ты кто, скажет тебе? А я никто. А в России подобного рода идеи сертификации Linux пока что еще, ну, нет таких людей, организаций, и в принципе это пока что никому еще не надо. Поэтому свой коммерческий интерес у него безусловно присутствует, и это нормально. Но он такой умеренно разумный, и опять же, это не основа. То есть у человека есть некий доход, который позволяет ему жить и находиться в Англии. Вот. И вот, этот, вот эта форма условного заработка, выдачи сертификатов и создания видеообучающих уроков, она такая, творческая. То есть вот есть время, он это делает. Нет, он этого не делает. Но это интересно, он русский, вот, прежде всего. То есть человек мыслит немного по-другому, у него педагогический опыт, он готов, может поделиться знаниями, то есть, ну, это хорошо. Потому что кроме него, на том уровне, как он это делает, не делает, к сожалению, никто. И не делает, в принципе. Вот. Поэтому. Давайте еще раз попробуем до него дозвониться. Так, ну мы зайдем на... Вот, официальная страница LinuxMint. Обратите внимание, linuxmint.com. А, вот последняя версия LinuxMint 18.1. У нас стоит, ну и у меня в частности, на домашних компьютерах стоит версия 17.2. Вот, 17.2 Рафаэла LinuxMint. А официальная версия, новая, последняя версия, 18.1 Сирена. Вот. То есть вот сейчас я, допустим, захожу на официальный сайт, сюда, скачиваю эту версию, устанавливаю себе на компьютер, на домашний, в учреждение, там, неважно, фирмы, не фирмы,
государственное учреждение, и никто мне вопроса ни слова не скажет. Но мне ее нужно настроить. И для этого нужен либо человек-специалист, приглашенный, что будет требовать каких-то затрат. Но сама возможность скачивания и установки программного обеспечения бесплатная, она существует. Вот, есть вот, хороший вопрос. Есть параметры технической поддержки. Обычно версия поддерживается в районе от 3 до 5 лет, потом выходит новая версия. 19-го года. То есть у вас есть еще полтора года, грубо говоря. Если этот год не брать, есть еще полтора года, когда вот эта версия 17.2 будет официально поддерживаться. Что это значит? Все обновления, которые будут скачиваться бесплатно, лицензионные, никому ничего за них не должны платить, за них не надо. Эти обновления будут поставляться и поддерживаться до апреля 2019 года. Потом, что произойдет дальше? Эта версия перестанет поддерживаться. Но это не значит, что вы не можете пользоваться. Можете, но обновления безопасности уже не будет. Соответственно, к этому году, по идее, вот смотрите, уже вышло 18.1. А я объясню. Потому что 18 и 18.1, еще это сырые версии, они не обкатаны. Они выложены для свободного пользования. А ваша версия 17.2, она стабильная, стабильная настолько, что уже проверена не одним годом. Средний срок поддержки каждой версии, которая выходит обычно там раз в 3-5 лет, она вот примерно от 3 до 5 лет. То есть версия вышла, 5 лет у вас есть. То есть за эти 5 лет вы не паритесь, вы не мучаетесь в том смысле, что все остальное, будет, что происходить, это будет происходить в полуавтоматическом режиме. 5 лет прошло, вышла новая версия, но опять вы за это никому ничего не платите. То есть моя задача, какую я задачу ставлю перед собой? Дать, показать, научить бесплатно для вас. Флешки персональные вам записать бесплатно. Поставить в детский садик ваш бесплатно. То есть ваш детский садик для меня это коммерчески выгодный проект в каком плане? Это рекламное условно мое лицо. То есть, когда я приду и приеду в другое учреждение, там будет уже другой разговор с руководителем, более коммерческий. В этом плане это эксперимент и для меня, и для вас. То есть, вы этот эксперимент получаете бесплатно. То есть, и обучаю я вас бесплатно, и ставлю я вам это бесплатно, потому что мне это выгодно, конкретно вам. Другим людям, да, это не будет бесплатно, это будет стоить определенную сумму. Я даже могу сейчас сразу сказать, сколько это будет стоить, когда вы говорите про сумму. Допустим, средняя стоимость установки или настройки Windows, сейчас лично буду сказать, от 2 до 3 тысяч рублей. Если говорить о Linux, то эта цена меньше, то есть в районе 1000 рублей. Но на самом деле, если говорить о качестве того, что предоставляется за эти деньги, это я не знаю. То есть это перебивает любую лицензию Windows, которая идет за 18 тысяч рублей. Но еще раз, не я создатель Linux, я не создавал его. Я не имею права повышать цену так. Да. То есть в данном случае вот это условно 1000 рублей за Linux. То есть, допустим, вот обычный обыватель, пользователь, он не понимает вообще ничего. Но он услышал, ему понравилось, ему кто-то что-то показал. Он мне говорит, поставь мне Linux. Вы говорите, сколько стоит? 1000 рублей. Для него это будет стоить. Не за Linux он заплатит, а за то, что я... Да, за установку. Но опять же, он для него будет бесплатен, как сама операционная система. Некому платить за операционную систему. Платится за работу, все. Я же ему в этом случае эту работу, услугу оказываю. И в этом плане я не нарушаю ни закон, любой закон. И здесь очень хороший плюс Linux в чем? Ты сам можешь диктовать условия. Цену, потому что тебя никто не сдерживает, ни закон, ни рынок, потому что он свободный. То есть за сколько ты продашь, за столько ты и продашь. То есть здесь уже на твоей совести, скажем так, грубо говоря, при условии того, что не ты создатель, ты не имеешь права требовать, ну, как бы за это деньги, потому что ты этого не создавал. Но ты потратишь время, это работа, и вот здесь эта сумма условно, она должна быть такой устраивающей. И тебя, и... Договорная. Да, условно договорная. То есть, потому что в Москве стоимость установки Linux, она, ну,
Если особенно это школа там, или бюджетное учреждение, оно вообще формально, там 300 рублей за диск. 300 рублей за диск, а это диск один на всю школу. Ну, допустим. Ну, это я пример привожу. Там просто поддержка идет на другом уровне. Вот, поэтому сам Linux, он бесплатный. Вот. А стоимость работы, установки, это вот примерно в районе 1000 рублей. Ну, может, там чуть больше, чуть меньше. Потому что, смотрите, Linux, он тоже разный. Допустим, вот этот Linux, который ваш, вы говорите, назовите мне сумму, 1000 рублей. Но, допустим, человек говорит, а я вот, мне интересно, допустим, обрабатывать видео, фотографии, делать фотомонтаж. А это другой Linux, допустим, это KDE-шный Linux. Потому что Linux много. И уровень сложности этого Linux, он уже чуть посложнее. Соответственно, ну не 1000, там, ну 1300. Вот, смотрите, услышьте меня, пожалуйста. Linux'ов много. Они многозадачные, под разные задачи. Их сравнивать между собой совершенно нельзя. Так, правильно. Каждый сам да. Выбирает то, что... То есть, вот смотрите, сейчас ваша... Да, имеет значение еще и какой компьютер. Да. Поэтому сейчас ваша задача услышать, в позитивном русле, при условии того, что вы не несете никаких материальных затрат, попытаться понять, что это такое, попробовать. То есть я хочу, чтобы вы попробовали на своих флешках. Когда вы это попробуете, увидите и оцените, вот тогда до вас дойдет то, о чем я сейчас говорю. Потому что пока что, ну, очень сложно создать представление. Вот заведующий, тут смотрите, или, допустим, все, каждый может купить отдельно сам. Но пожелание такое, покупайте либо Kingston, либо Transcend. Потому что если вы купите какой-нибудь Silicon Power или какую-нибудь другую, извиняюсь, меня дребедень, она дольше месяца не проживет. Kingston и Transcend — это фирмы, вот, лучше, которые, ну, название, которое вот надо покупать. Объем 8 гигабайт, вам больше не надо. Ну, больше, значит, хорошо. Вот, например, была у меня Рафаэла, да? Вот она закончилась. Я могу снова же ее лицензировать, да? Эту же? Или надо уже новую брать? Смотрите, закончилась не лицензия, а поддержка. Ну, поддержка, да. Я могу снова же ее. Устарела. У вас не изобрели. Смотрите, нет, вирусов не будет. Смотрите, вот срок поддержки Рафаэла закончился. Да. К тому времени, когда он закончится, в 2019 году, 19 апреля, уже сирена будет уже даже не 18.1, будет уже, допустим, 18.3. Какая-нибудь там, допустим, Нави или Киана. Вот. И в этом плане, естественно, если вы хотите, допустим, догонять время, вам нужно будет ставить и использовать новую, вот эту, да. А если не хочется, то я могу, например, остаться на старом. Я именно про это хотел сказать. Пользоваться вы можете. Почему нет? Можете. Ваш единственный момент будет, это вот сервер обновлений, центральный сервер обновлений. Вот, проверить обновление. Сейчас я проверяю. У меня, в принципе, они актуальны, да, но периодически система вам будет выдавать. А, ну, мы сейчас просто этот... У меня полностью обновленный пакет. В общем, здесь появится обновление. Какие нужно поставить, вы в автоматическом режиме... Ну, ваша система обновления не требует. Но когда они будут, обычно обновляется что? Флеш-плеер, антивирус... этот, не антивирус, а этот браузер Firefox. Дубльгиз обновляется и другие программы. Office, кстати, обновляется обязательно. И другие программы. То есть во всем остальном вы единственное потеряете только обновление безопасности. Вот 17.2. Обновление безопасности, ну там... Потому что будут уже новые какие-то... Да, будут новые параметры. И в этом плане, потому что антивирусника здесь нет, он не нужен, он бесполезен. Вот. То есть вы можете использовать 17.2 без поддержки, которая закончится. Спокойно можете использовать, вас никто не ущемляет, не ограничивает. Да. Но определенного рода безопасность, особенно если это будет, допустим, компьютер учреждения, уже вопрос. А в личных целях, пожалуйста, конечно. Но поверьте мне, когда вы станете пользователем хотя бы средней руки Linux, вы навсегда забудете про Windows. Ну вот, ну навсегда. И потом ваш уровень, даже средний, будет настолько уверенный, что вы сами скачаете, поверьте мне, сами поставите, и никому никого вызывать не будете. Кому-то что-то еще платить и еще всех своих родственников уболтаете на Linux бесплатно, не платя. А смотрите, вот мы купим флешку, ее же надо будет как-то установить в наш компьютер? Хороший вопрос, хороший вопрос.
Вот в этом смысле мы подходим к этапу номер два в рамках договоренности заведующей вашего учреждения. То есть будет следующий семинар уже конкретно практически. Вот этап первый – купили. Я вам записал эти флешки, сделал их рабочими. Потом мы опять собрались, сели и пошли. Зашли сюда, нажали туда, открыли это, нажали туда. Да, желательно со своим, чтобы была практика, но, ну, допустим, вот... Других у нас нет. Да, то есть если возможность есть, то со своим ноутбуком. Один раз, два попробовали, посмотрели, все. Еще раз, вы сейчас получаете это знание бесплатно. Когда вы поймете, что вы получили, за это платить вам, ни вашим родственникам, ни вашим товарищам, друзьям, знакомым, уже не придется. Вы уже будете этим владеть и умеете это делать. То есть в данном случае, еще раз, купите флешки, они вам будут записаны, потом мы перейдем к этапу номер два обучения. То есть для вас, еще раз говорю, бесплатный компьютер. Можно мне еще один вопрос задать? Вы не совсем разбираются во всем. Допустим, если мы Linux устанавливаем у себя на компьютере, а Windows, он его вообще можно удалить или так вообще, смотрите, пока не закончится, или что с ним надо делать? Вы можете, вот смотрите, у вас на компьютере Windows, вы к нему уже знаете, что это такое, привыкли, и пока у вас еще сомнения, что такое Linux, вообще непонятно. Можно сделать так, что поставить Linux второй операционной системы, вот как сейчас я сделал в демонстративном варианте для вас. То есть лично я Windows уже, ну, вообще не пользуюсь. Под очень редкие задачи, там в каком-то частном порядке, да. Но в своих профессиональных задачах и работе с учреждением только Linux. Потому что Linux мне развязывает руки, прежде всего, в плане лицензии. Вот. В вашем случае можно и нужно поставить две системы одновременно. Как это сделать, я, естественно, вам покажу. Бесплатно обучим. Да. Вы даже пришли домой, поставили, развернули, у вас две системы. Когда нужно, вы зашли под Windows, когда нужно, вы зашли под Linux. Удалять не нужно, нет. То есть и такая возможность у вас будет. Но опять же, поверьте мне, когда вы начнете сравнивать, у вас вот эта сравнительная составляющая будет, вы увидите огромную разницу и по надежности, и по эффективности, и со временем вы, скорее всего, забудете про этот Windows. Почему? Потому что только по факту мобильности этот Linux уже перебивает любой Windows. По факту лицензионности он его перебивает. То есть вы можете эту версию установить хоть к себе домой, хоть там на завод, хоть в школу, хоть на любое предприятие, никто вам слова не скажет. Имеется в виду с законодательной точки зрения. Вот. А Windows только лицензия, только по бухгалтерии, и вот еще и лицензионная наклейка должна быть на каждый компьютер. В случае с Linux, естественно, этого нет. Вот. Поэтому как бы моменты такие, время поджимает, вас я больше мучить тоже это перегруз, надо дозированную информацию давать. Вот. Поэтому от вас нужно что? От вас нужны флешки. Персональный каждый, лучше вот той фирмы, которую я вам сказал, или Kingston, или Transcend. 8 гигабайт, одной флешки хватит. По объему USB 2.0, либо USB 3.0, просто USB 3.0 стоит чуть дороже, там может быть рублей 200 или 300, но вам USB 2.0. Вот, потом, когда я вам их запишу, мы перейдем уже к этапу обучения, в частности, вашего коллектива. Ну, все. Хорошо, спасибо, да, спасибо вам, спасибо, что вы пришли, собрались, услышали. Какой срок? Срок, ну, чем быстрее, тем лучше. Ну, не знаю, ну, давайте 2 недели на покупку флешек. То есть, за 2 недели, если вы их купите, через 2 недели мы уже можем перейти к этапу обучения. Кто покупает флешки, кому скидывается? Нет, у меня есть семья. Нет, у каких скажи? Я не знаю. Нет, ну раньше можно разбираться. На 16 гигабайт. А я не знаю. Итак, Василий провел семинар по привлечению внимания к операционной системе Linux. По себе я могу сказать, что начинание это очень достойное. Почему? Потому что практически со многих точек зрения Linux
он бесплатен. То есть никаких там у вас не будет никаких проблем в плане там лицензионности и так далее. Никто к вам не придет и не скажет, а вот вы используете не лицензионное программное обеспечение и так далее. То есть здесь все нормально и вполне понятно. Значит, в основах вот на моем сайте, пожалуйста, все по пунктам. Посмотрите, как выбираются дистрибутивы, рабочие столы, как можно скачать любой дистрибутив Linux, как сделать разметку жесткого диска и так далее. То есть тут все для начинающих. Значит, Василий обозначил довольно-таки правильно направленность сайта. То есть я стараюсь донести до русскоязычных людей, которые, как говорится, просто-напросто ментально здоровы. Они могут по этим видеоурокам себе установить и настроить Linux. Ну, уже тут около 2 лет прошло, как я делаю эти видеоролики, получал много, как говорится, полезных советов. Поэтому, о чем я говорю, я знаю, о чем я говорю. Дальше. Вот, пожалуйста, значит, простой пример для пользователей, которые сидят на винде. Ну вот, откроем документ, который полностью совместим с форматом Microsoft Office. И вот я просто-напросто в него вставлю вот эту ссылочку. Вот, посмотрите. Допустим, я хочу ее сделать там размером 40. Это вот адрес моего сайта. Теперь, когда я захочу нажать на кнопочку, допустим, сохранить, вот все форматы. А вот посмотрите. Во-первых, совместим с форматами DOCX и DOC. То есть старый Windows формат и новый. То есть практически у LibreOffice полностью сохраняется, как говорится, полная поддержка Windows форматов. Поэтому кто-то, если очень сильно плачет о том, что как, что, пожалуйста, то же самое наблюдается в электронных таблицах. Можно сохранять в форматах XLX и XLX, господи, там C. В любом случае, о чем я, как говорится, говорю, понимаете, о чем идет речь. То есть имеется полная поддержка форматов операционной системы. Даже не операционной системы, а Microsoft Office. И то же самое, значит, имеется и в китайском офисе WPS. Там то же самое, как говорится, дело делается. Но дело в том, что здесь-то все, как говорится, бесплатно. Вот таким вот образом. Начинание Василия я считаю очень полезным в плане привлечения пользователей к операционной системе Linux, особенно для России, потому что, ну, дело-то это доброе, и если люди будут чувствовать себя на своей операционной системе, как говорится, как дома, а не как гости. Ну, это будет очень и очень даже хорошо. Хочу пожелать всяческих успехов Василию. Почему? Потому что этот человек
который вот не побоялся, а вот взял и начал, как говорится, пропагандировать систему Linux в России. У меня очень много пользователей из России, значит, так что желаю всем всего. Итак, как видите, моя цель, цель моего канала, цель моего сайта очень просто обозначена. И сайт, и мой канал сделаны для русскоязычных людей, независимо от того, в какой стране они проживают, на какое правительство работают, а просто для людей, говорящих на русском языке. Раз. Второе. Показать людям, что Linux может к себе практически установить нормальный, любой нормальный человек, и использовать его там в своей повседневной практике и выполнять свои там текущие задачи. Поэтому я хочу еще раз пожелать Василию дальнейших успехов в распространении Linux. И плюс, значит, ну, если у кого-то там будут какие-то вопросы, пожалуйста, вот всегда для вас предоставлен мой сайт и, значит, мой канал. Значит, ну, ссылочки там я под видеороликом скину. Всегда сможете посмотреть мои там последние видео, которые я там выпустил. И плюс, значит, вот, пожалуйста, здесь очень много полезного всего, что накопилось в результате длительного общения с пользователями, там и кладовочки мои и прочее. Вот. Так что, пожалуйста, и все, как говорится, для вас сделано, для людей, говорящих на русском языке. Ну ладно. Желаю всем всяческих успехов, удач и до новых встреч!